Люблю видяшечки записывать. Вот тут грузинские каникулы нравятся. Магазинчик. А, кафешка. А там кусочек солнца. Там уже ушло солнце. Сколько время? Где-то 12. Уже час. Солнышко. Вот кусочек солнышка остался. Маленький кусочек солнышка. Не хватает ультрафиолета, так я солнце поймаю. Где солнце? Вот оно. Так, о, вон оно. Ай, солнце. Растения тут понавысаживали по краю фудкорта. Видите, настоящие растения. Какие-то фикусы, не фикусы, я не знаю, не разбираюсь. Не фикусы другие. В общем, не в теме домашних растений. А сейчас тут солнышко еще. Наши окна светит. Ладно, пойду обратно. Тут там хорошая женщина Светлана отпустила меня сходить в туалет. Дай бог здоровья. А то как бы товарищ... Думаешь, о, весна, скоро 1 апреля, и сегодня 30-е, по-моему. О, зеркало. О, Алиса в зазеркалье, привет. Это я, такая вся, как всегда. Hello. Ладно, товарищи.